Друзья, здравствуйте. Так, ну что ж, смотрите, Дива научилась залезать на игровой комплекс уже, конечно же, только на вот этой полочке. Она сейчас может еще лежать. Дальше пока еще не залезала. Мы тут, значит, сидим, намываемся, и я хочу предложить ей сегодня поиграть. То есть она не играла никогда с игрушками, она не умеет этого делать из-за того, что... Она только вот недавно совсем научилась нормально ходить и управлять своими конечностями. Пора ей обогащать среду обитания, если не прогулками в данный момент, то хотя бы игрушками. Поэтому посмотрим, как она отреагирует на наши с вами авантюры. Постоянно мурчит, мне кажется, знаете, у нее какие-то там настройки по умолчанию просто. Чтобы это было у нее всегда. Так, я вообще сказал, что постоянно мурчишь. Молодец. Как будто, знаете, где-то настройки действительно какие-то включаются, и все. Так, друзья, сейчас я пойду и разбирать игрушки. И в следующем эпизоде, я думаю, что мы что-нибудь с вами придумаем. Ну, по крайней мере, покажем ей, что такое бывает. И уже буду оставлять, чтобы во время прогулок она где-то что-то покатала, где-то на что-то обратила внимание. И нам с вами интересно, и ей для общего развития это необходимо. Да, Дива? Дива, иди к нам. Давай я помогу. А вон она, смотри. Смотри, что здесь есть. О, скажи, ого. Это что, прям мне можно играть? Она бодается, друзья, она с ним бодается. Это собачка какая-то, по-моему, там. Дива, смотри. Ого, ничего себе, скажи, это что, можно катать, что ли? Так, вот это, по-моему, мячик у нас. Он какой-то. А, друзья, смотрите, она испугалась. Иди к нам, кошка. Рысь, рысь в деле называется, друзья, посмотрите. Лапами трясет, говорит. Да ну вас. Очень интересно ребенку, очень. Мурчит, видите, переступает прям через все эти игрушки, чтобы, наверное, прийти на руки. Да ладно, ладно, все нормально, никто тебя не обидит. Я тебя не дам в обиду. Смотри, какие здесь шарики есть. Ой, скажи, ничего себе. Это что такое? А вот это тебе нравится? Дива, смотри. Скажи, не надо мне, это ваше все. Что-то заинтересовало даже. Хотя, казалось бы, да, просто обычный мячик из ткани. Да, друзья, и казалось бы, да, что вот эти вот игрушки, да, всего лишь какие-то каталки для кошек. Что это такое, зачем оно вообще надо? На самом деле оно надо. Оно надо для правильного развития, в том числе эмоционального. В том числе и эмоционального, чтобы животное могло решать. Дива. Чтобы животное могло решать какие-либо сложные задачи в возрасте, там, не знаю, год плюс. Смотри, рыба какая там тебе нападает. Ну, конечно, для первого знакомства, друзья, не очень тогда так насыщенно, так сказать, но такие действия для котенка, который никогда не играл, уже, как говорится, спасибо. Она не прячется, она не шипит на эти игрушки, это уже хорошо. Ну, а думаю, что именно играть... Ой, ой, ой. Думаю, что именно играть мы научимся чуть-чуть попозже. Да, это для тебя. Ну, как бы не совсем, конечно, для тебя, но... И прям ляжешь здесь. Ну, ладно, если так ляжешь, то прям это действительно первый, кто прям совсем-совсем по назначению использует. Друзья, смотрите, еще и заглядывает, хочет играть.
первый, кто прям так по назначению использует лежачок, потому что я покупал его, помню, для Наоми. Но я покупал его, думал, что этот ковролин, он же фиксирован. Оно не как просто тряпка, да, болтается. И она не будет его есть. Но Наоми пыталась его съесть, поэтому, собственно, мы его не использовали. Потом Гектор с Гефестом тоже сидели на нем. Но что прям вот так вот лежать-лежать, конечно, никто еще не лежал. Поэтому ты действительно первая звезда наша. Ой, деловая, ой, деловая. Так, мы сейчас к ней с вами подползем, дадим ей игрушечку такую вот. Ой, смотри, кусь, да, кусь. Почему замолчала? Куда делась гремелка? Она там внутри. Толкай. Тут у меня есть лапа, а что с ней делать? О, так, молодец. Давай. Да, 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 да. Именно так. Лапой, носом, без разницы. Видите, друзья, мы сейчас прям действительно фиксируем, как она пытается вот учиться. Это первое ее действие в попытке понять, как это работает, для чего у нее лапы вообще и что они могут делать, какой у них функционал. Она прям еще и сегодня учится посредством лап умываться, видите. И это прям, знаете, похоже на котят на месячных, когда вот, ну, котята от обычной домашней кошки, кого были, котята дома именно рождались. Я думаю, вы помните вот эти трехнедельные котята, которые еще толком стоять не умеют, но лапу выше головы запрокидывают и пытаются умыть себе нос. Это вот примерно сейчас так же это выглядит. Максимально сосредоточенная дама. А вот это, смотри, а это жевалки для зубов. О, еще и понимает. Да, 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 десны чесать. Друзья, ну у нас прям с вами смышленая девчонка, да? Скажи, ну я и красотка, конечно, вообще-то. А везучая какая? Ой, ну ёй-ёй-ёй-ёй, говорит, какая же я везучая. Ой, друзья, все, ко мне пришла дива. Не совсем понимая, как я думаю, что будет. И для чего мы здесь сейчас собрались. Потому что в этом месте мы собираемся для того, чтобы покушать. Но сейчас мы собрались, чтобы закапать ушки. Маленькая девочка такая. Ну да, конечно, это не прикольно. Но что делать? Все. Все, 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 все. Теперь уши массируем. Чтобы все у нас прошло, не болело больше. Так, одно ухо готовченко, второе ухо тоже готовченко. Все, друзья, мелкая обработана. Теперь готовы идти спать. Мы желаем вам хорошего вечера с нашей любимкой. Все, с леченными ушами. Правда? Правда. Ну и до скорых встреч. Пойдем спать? Пойдем.